Full House. Для того, чтобы достойно воспитать молодежь, необходима огромная выдержка. И никто не достигает такого уровня самообладания, как школьные учителя. Итак, представьте внутренний голос учительницы, которую только что довели до ручки. Паразиты! Какие же вы паразиты! Ты вообще идиота, кусок! Ну все, вы хотели войны? Вы ее получили. Давай, мочи. Значит, к завтрашнему дню. Вы выучите мне наизусть следующие параграфы. А теперь называй номера параграфов максимально медленно и тихо, чтобы у них вообще головы взорвались. Значит, первый. Да. Второй. Да. Так, на задней парте. Кажется, настало время для шутки, которую мы готовили год. Вообще-то я не дрессирую жвачных животных. Ладно, продолжаем урок. Кто ответит домашнее задание? Кто из них больше всего тебя бесит? Петров. Рассказывай стихотворение. Зима, крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Тушь себе его куплю. Его лошадка снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Разды пушистые взгляды. И румяны. Летит кибитка удалая. И помаду 58-ю красную. Ямщик сидит на облучке. Ладно, садись, 4. Так, Сидоренко, давай-ка мы тебя послушаем. Ну, там мороз и звезд, и солнце, там день прекрасный. Чудесный, чудесный, чудесный! Офигенный. Еще кемаришь ты, друг мой, любезный, там, вот. Ладно, и... завтра расскажешь. Спасибо. Елена Владимировна, здрасте. А можно у вас взять двух мальчиков покрепче? Василий Петрович! Возьми лучше меня. Всем интересно, кто же придумал эти три буквы? Ну, до вас, Александр Васильевич. И вообще, кто придумал все буквы? Давайте окунемся в прошлое. Итак, наши, Кирилл и Мефодий. Здорово, Мефодий! Здорово, Кирилл! О, здорово, царь-батюшка! Здорово, Кирилл, здорово, Мефодий. Проблемы у меня. Че? Ну это... Думы тяжкие меня терзают, а кичер всепоглощающий душу мою гложет, аспид эдакий. Хреново ему. Азбуку надо бы придумать. А то в школе никаких уроков нет, откромясь труда и физкультуры. Совсем детишки от рук отбились, шалят отроки. Придумайте, а я вас по-царски отблагодарю. Конечно, придумаем. Придумаем, что там. Ну вот и здорово. Да, чуть не забыл. Опять без мотивации думать. Думай, думай, Кирилл. Думай, думай, Кирилл. Слушай, а давай... Правила придумаем. Правила? Да. Чтобы у этих детишек вообще башню снесло. Давай тогда по нашим правилам правило будем писать. Правило. Правило. Давай. И ча-ча через А. Легко. Не легко. Легыко. 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 Да, давай в слове солнце Л будет. Солнце! 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 И Е на конце! Солнце! Солнце! Солнце встало! По нашим правилам! А в слове лестница Т! Лестница! Лестница! Да. Лестница! Это что получается? Я взял лестницу, пошел на солнце смотреть, Легко! Бред! Бедные дети, ну ладно, что? Слушай, а давай кинь, что? Знаки препинания кинь, придумаем. Зачем это? Я бы не знаю пока. Вот смотри,
Точка какая-нибудь? Ага. Запятая? Ага. Ну и вопросительный знак какой? Давай, давай, добей меня, ну. Кавычки! Кавычки! Слушай, ну, а давай в порядке бреда, просто нет, просто в порядке бреда. Давайте кавычки, пускай они открываются и закрываются. Осторожно, кавычки открываются. Осторожно, а кавычки закрываются. Вау, слушай, а давай еще это. Падежи буду. Падежи. Ой, рожу сейчас. О, во, во, во. Родительный. Кого, чего, ова? А перед родителем зачинательный тогда. От кого это, от чего это? А потом винительный такой, батя такой строгий. Кого, что? А у меня оправдательный. А что я-то? Это Анита. Анита. Анита Цой. Анита Цой. То же самое. Слушай, как мы это все назовем-то, вот это все? Ну, русский. Ну, чем мы говорим? Чем мы говорим? Род? Род? Русский род. Великий, могучий русский род. Ну, придумали? Че молчите? Я вас русским ртом спрашиваю. Придумали, царь-государь, вот. А? Кавычки. Сами ржали. Мало заморочек. Дети это в раз освоят. Надо бы что-нибудь еще придумать, чтоб отроков занять. Че еще? Ну... А пускай они в школу вторую обувь носят. И учителя им за буквы цифры ставят. Yes. Чё? Ну это, ликую я, аки отрок молодой. Деву молодую без одежд увидевши. Тащится. Ну, пойдем Русь просвещать! Легко! Правильно! Многие из нас изучали английский по аудиокассетам. Давайте представим, что где-то в Англии русские изучают тем же самым способом. Урок 1, упражнение 2. Прослушайте и повторите. Феофан, ты пойдешь сегодня в баню? Нет, Аксинья, сегодня вечером я играю на гуслях. Феофан, ты пойдешь сегодня в баню? Нет, Аксинья, сегодня вечером я играю на гуслях. Урок 1, упражнение 3. Прослушайте и повторите. Феофан, у тебя новые жернова? Да, Аксинья, у меня новые жернова. А у тебя новые черевички? Да, Феофан, у меня новые черевички. Не так ли? Урок 1, упражнение 6. Пойте вместе с нами. Раз, два, кокошнику лебяка, три, четыре, холопка жемяка, пять, шесть, огниво есть, семь, восемь, ничтож сумняшися. Первым номером нашей музыкальной эстафеты будет урок русского и литературы. Иногда преподаватели жалеют о своих просьбах. Итак, на уроке. Пушкин. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не Вышиненко, совсем. Стоп! Что ты там мямлишь? Это же поэзия, читай с выражением. Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил,
безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренне, так нежно, как дай вам Бог любимый быть другим. Сергей Есенин. Семерых ощенила, сука! Стоп! Кожома, давай просто текст! Хорошо! Студенты Новосибирского академгородка буквально на каждом углу сталкиваются с неожиданностями. Слышь, функция! Ну-ка, стремись сюда. Извините, это вы мне. Давай, давай, шевели логарифмами. Здрасте. Слышь, корень, извлеки мобилу. А у меня нету. Тебя может поделить без остатка. Слышь, гипотенуза, так не катит. Нифига, у тебя диаметр шара, может тебе конус погнуть? Да давай ему тангенсом катангенсы переломаем. А может с ноги в точку экстремума? Пум! Да у нас бисектрисить будет. Ты у нас дискриминантить будешь, понял? Ты понимаешь, о чем мы? Конечно, понимаю, берите, звоните. Во! Знание, сила! Уважаемые друзья, с этого года все трудовые мигранты в России должны сдать специальный экзамен. Итак, центр по подготовке. Запомните, отныне самый главный для вас навык – это русский язык. Иди сюда. Ну-ка, разбери мне по составу слово «небоскреб». По составу – цемент, арматура, гипсокартон. Эй. Это русский язык. По составу двоеточие. Цемент, запятая, арматура, запятая, гипсокартон, точка, запятой. Молодец, это хорошо. Теперь я немного погоняю вас по истории Москвы, чтобы вас по Москве не гоняли. Извините, не подскажете, где учитель по основам религии? Его нет. Он есть. Его нет. Он есть. Его нет. Он есть. Не мешайте мне вести мои занятия, идите отсюда. Ну и, наконец, в Москве, запомните, очень важно отвечать на все вопросы, быстро, не задумываясь. Поехали. Кто рано встает? Тот за МКАДом живет. Молодец. Сделал дело, гуляй. В смысле гуляй? Деньги давай. Молодец. Жили у бабуси? Были в ее вкусе. Молодец. Вопрос со звездочкой. В каком году? А? Вот видите? Теперь общий вопрос. В гостях хорошо? И платят лучше! Вот так вот, молодцы! И, друзья, глядя на нас, вы, наверное, задаетесь вопросом, как мы, казахи, так филигранно говорим на русском языке. Как мы так легко манипулируем сложно выверенными гиперчастными оборотами сложно подчиненных предложений? Но вы ведь не знаете, как мы в школах досконально, буквально до каждой запятой изучаем русский язык. Здравствуйте, запятая, дети, восклицательный знак! Здравствуйте, восклицательный знак! Ну что ж, запятая, начнем урок, восклицательный знак! Турсунбек, запятая, ты подготовил домашнее задание, вопросительный знак? Да, вопросительный знак. Садись, запятая, Турсунбек, запятая, два, точка. Почему тире? Я думал, запятая, что ты, запятая, Турсунбек, кавычка, открывается, баран. Кавычки закрываются. А ты, Турсунбек, тире, баран. Звездочка, знак сноски, баран, неразумный человек. Сам баран без всяких знаков. Кто сказал вопросительный знак? Кто сказал вопросительный знак? Тук-тире-тук, запятая. Тук-тире-тук, многоточие. Да, запятая, заходите, запятая. Кто вы? Вопросительный знак.
Я, запятая, отец Турсунбека, запятая. Что опять натворил мой сын, тире? Ничего, запятая. Как вопросительный знак? Можно выйти многоточие? Что разводок через дефис? Папа может все, даже если чего-то не может. Папа, можешь мне? Я видел, ты не спишь. Так быстро не уснешь. Ладно, что у тебя? Математика. Да это раз плюнуть. Так, математика класс. Третий. Да я знаю. Класс, мое мнение просто. Так, у Маши было зо яблок. 30. А если знаешь, что пришел тогда? Ну это условия. Не надо мне условия здесь. Я по доброте душевной помогаю. Она поменяла 5 яблок на 3 центик. Зонтик. А ты определишься или нет? Сколько яблок у всех детей? Я не знаю всех детей. Вот Рыжего как звали? Подожди, какой год? 94-й. А, пиши, съели давно. Это математика. 27 лет назад. Давай лучше сам. Все, я завелся. Так, корень дискриминанта умножить на 12,42 косинуса. Так, это легко, ты сам сделаешь. Корабль плыл со скоростью 11 км в час. За сколько он доплывет до гавани? Там по формуле. Да я знаю. 11 умножить на корабль. Кораблинадцать. Пиши. Как это записать? Через С. Я пришла. Кто поможет маме с пакетами? Опять уснул! Иду! Совсем недавно прошла реформа русского языка, после которой смело можно говорить «егурт» и «договор». Давайте представим урок русского языка лет так через 20. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Я вам задавала выучить классику. Сидоров к доске. Почему я? У лукоморья дуб зеленый златой. Блин, язык сломаешь! Говори, как можешь. У лукоморья дуб зеленый златой, цепь надобитом. Марья Ивановна, а кто первый придумал язык коверкать? Это Дольф Лунгрен, когда сказал, я буду вас убивать. Теперь так. Дети, новая реформа. Теперь разговариваем на вдохе. Понятно? Понятно! Наш Турсунбек устроился учителем русского языка. Кто классик классиков нарисовал? Ладно. Я Турсунбек, меня зовут учитель, урок русского языка. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сказал же тебе, это не казахский язык. Это русский язык, надо сказать. Турсунбек Амангалевич, здравствуйте, запомни. Ладно, буду проверять домашнее задание. Еще строго буду проверять. Шапошоп, встань. О. Сделал домашнее задание. Да. Точно. Точно. Клянись. Клянусь. Садись, 5, молодец. Ладно, тема сегодняшнего урока сложно подчиненным. Что? Ой, сложно по-чемкенски, нет. Сложно почти дерзкий. Оказывается, реально сложно, оказывается. Сложно подчиненные. Сказал тебе на казахском не разговор. А как сказал? Сложно подчиненные. Да, сложно подчиненные. Ладно, все, пишите просто глаголы. Глаголы имеют падежи. На, падежи. А? Падежи, говорю. Что? Не что, а кто. И передай. Кому? Не кому, а чему. А я? А ты сиди, думай. О ком? Не о ком, а о чем, о падежах. А я? А ты сиди, гордись. Кем? Не кем, а чем. Что ты знаешь, падежи. И передай мне. Кого? Никого, а кто? Поздравляю, мы прошли падежи. Извините, а как правильно пишется? Конечно или конечно? Конечно. Точно? Точно, точно. Да. Я учитель труда, там надо парты перетаскать. Ты,
И ты. В смысле ты, я учитель? Тогда вы. Пойдем со мной. Правильно, главное уважение. Сказали, пойдемте, все, все. У многих из нас в школе была вот такая учительница русского языка и литературы. Детишки, в честь юбилея Вадима Шефнера и его стихотворения «Забывчивый охотник на привале не разметал, не растоптал костра, он в лес ушел, а и ветки догорали, и швайнин, клайнин, спинерман, и синерман, и швайнин». Детишки, это какой класс? Третий А. Рановато я с Вадимом Шефнером. Ага. Идет бычок. Не надо, пожалуйста. Популярные книги рано или поздно экранизируют. И нам кажется, пришло время экранизировать самую популярную книгу. Сборник задач по математике. Из пункта А в пункт Б отправился пешеход. Я двигаюсь со скоростью 5 км в час. Какой же я медленный! Через полчаса в погоню за этим бедолагой отправится он. Он его точно догонит. Один вопрос. Когда? Это было обычное воскресное утро. Петя проснулся в прекрасном расположении духа. У меня есть целых 5 яблок, я так счастлив! Но тут пришел Миша. Я забираю у тебя 2 яблока. Сколько у Пети осталось яблок и самоуважения? Вы здесь, потому что вы лучшие в своем деле. 2 землекопа. Я могу выкопать 1,5 ямы за час. А я могу вдвое больше. За сколько они выкопают 3 ямы? И самое главное, для кого? Командир, а для кого ямы? Да, какие-то школьники заказали Михайлова, Семенова и Хильштейна. Сборник задач по математике под редакцией Михайлова, Семенова и Хильштейна. Скоро на экранах. Возрастное ограничение 18+. 8 равно 26. Случай в школе. К доске пойдет Наталья. Ты почему плачешь? Меня Сидоров бросил. Ой, вот звали бы тебя не Наташа, а Курить. Он бы тебя никогда не бросил. Сделала домашнее задание? Да. Давай сюда тетрадь. Так, из пункта А в пункт Б вышел одноногий человек. Ты что, это сама придумала? Что? Почему? В учебнике так... В каком учебнике? Дай сюда учебник. Пожалуйста. Математика для одноногих. В бассейне 2 трубы. Одна вливается, другая выливается. Сколько времени одноногому плавать? Коля унес из сада 2 яблока, а Саша ни одного. Отгадайте, кто из мальчиков одноног... Так, все, завтра без родителей в школу не пущу. Так они ж у меня... Ничего, ничего, допрыгают. Мы единственная команда... клуба, которая не включает после шуток музыку, чтобы не мешать вам награждать наших актеров овациями. Смелей! Друзья, новосибирская традиция. Если по телевизору не идет футбол, то отец обязательно вспомнит про сына. Это курка, банка в пуке, дома дыма повело.
и в жиру засунул. О, сынок, ну-ка, что делаешь? Дэнди играешь, поди, Дэнди играешь. Бас, я уроки делаю, не мешай. В смысле не мешай? Вообще-то у бати за плечами наисреднее образование. Давай, батя себе все поможет. Давай, батя умный. Ну-ка, ну вот, задача. По мере поступления проблем, давай. Чё задача. Там? Задача, так, объясняй мне, ну-ка, что это? Ну, задача. Что это, говорю? Из пункта А в пункт Б выехал товарный поезд. Так, расстояние дальше? 800 километров. Так, из пункта А, дальше что? Так. Из пункта А в пункт Б выехал товарный поезд. Выехал товарищеский поезд. Товарный поезд. Товарищ поезд выехал. Ладно, товарищ поезд выехал с пункта А в пункт Б. Так, ты мне мозги не пудри, а. Что узнать надо задачу? Время надо узнать. Время полдевятого, давай следующее, что там у тебя. Ну, все ж просто, бать-то умный у тебя. Следующее давай тогда, что там вот, у тебя? Вот, география. География. Батя вообще географ-то. Так-то. Давай. Проверяй, батя, все знает. Столицы батя надо. Столицы, все батя знает столицы, давай. Проверяй. Столица Италии. Ага. Столица Швеции. Ага, дальше. Столица Чехии. Чехия. Столица Франции. Франция. Ну, пап, ты просто за мной страны повторяешь. Ну, да, что-то просто за твою страну повторяю. Что следующее, давайте. Английский. Английский. Не надо нам английский. Ты у меня русский сын или английский? Ой, батя умный, не могу. Так, ну-ка отстань от сына, пусть уроки делает. О, разоралась там. Ну-ка, сын, как там на твоем английском будет? Закрой рот. I love you. Слышишь? А ну-ка, I love you там. И не открывай его больше. Видал? Вот это я понимаю. Что Михалыч, там? Выходи во двор пиво пить. Подожди. Я вообще-то с сыном уроки делаю. Алкаш. Ну что мы там с тобой? Сейчас природоведение. Ага. Большую часть планеты — это вода. Ага. Остальное — суша. Суша? Вот у бати сейчас суша какая-то, да? У бати суша сейчас. Да кого я обманываю, господи! Так, ну-ка, стой! Я сказал, I love you, женщина! Случай из жизни обычной курской школы. Антон Владимирович, вызывали? Да, Александр Иванович, проходите. Александр Иванович, насколько я помню, вы у нас работаете учителем ИЗО. Да. ИЗО, а не ИЗВРА. Опять травля? Я бы помолчал на вашем месте. Александр Иванович, скажите, вы оформляли медпункт в нашей школе? Да, мне это удалось. Так вот, дети боятся туда заходить. Почему? Почему у вас Чебурашка нарисован с тремя ушами? Там два уха. Три. Два. Я видел три. Там два уха и флюс. Как бы Чебурашка предупреждает детей, что не надо запускать. Ну бог с вами. 3 месяца назад я вас попросил нарисовать азбуку для начальных классов. Она готова. Так почему 3 месяца? Понимаете, я нарисовался сразу, в первый день ко мне пришла муза, я все это вырезал в цвете. А потом долгих 3 месяца, понимаете, я подбирал к картинкам буквы. Ну давайте посмотрим, что у вас там получилось. Ребята, заносите. Ну, я вижу, начали вы хорошо. А, аист? Алчность. Аист. Алчность. А, алчность. Почему алчность? Понимаете, я считаю, что у многодетных семей, у них очень много льгот, субсидий, понимаете, им дают квартиры. В общем, я считаю, что алчность приносит детей. То есть и начали вы плохо, да? Не знаю, нормально. Давайте посмотрим, что на Б. Почему опять аист? Потому что любой первоклассник вам скажет, что аист, приносящий детей, это бред, понимаете? Б – бред. Хорошо, продолжим. Ну вот. Почему у вас на «В» нарисован какой-то бородатый мужик и написано «Коля»? «В» значит «Вендетта». Что? Не спрашивайте, это личное. Давайте дальше. Пожалуйста. Почему на «Г» вообще нет картинки? Понимаете, я так и не решился изобразить Господа.
Но не решились, Господа, изобразите вы грушу! Вы сектант? Вы еретик, кто вы? Покайтесь! Какие груши в райском саду были яблоки? Давайте дальше. Ну, здесь я уже начинаю понимать ход вашей логики. Мужик, убегающий от топора, видимо, Д, должник. Почему это должник? Должник — это если было бы здесь написано 300 баксов к 7 вечера, правильно? А так это банальный дискомфорт. Хорошо, давайте дальше. Вот здесь вы вообще перепрыгнули. Туфля, она же на Т. Почему-то я перепрыгнул. Чья это туфля? Может быть, ваша? Моя вот, может быть, ваша? Моя вот. Тогда чья? Ее! Ее! Две буквы сразу. Это моя находка. Давайте дальше. Ну потом же идет З, а у вас же. Это З. Это же. Это З. Же. Вы тупой. Дети сразу поняли, что это ребус, понимаете? За Ж идет галка, видите? За Ж галка, за Ж галка, она на З. Ну вот же у вас З! Это Ж! З! Это Ж! З! Вы тупой! Это вообще три! Дети прекрасно помнят из сказок, что было три желания, понимаете? Желания. Но когда я нарисовал свои три желания, вы сказали, не надо их в азбуку! Это я помню. Вот видите? Хорошо, давайте дальше. Ну вот, вот проблески разума. Что у вас на И? Иод. 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 А на И краткое? Яд, яд, яд. Дети очень тонко чувствуют разницу, понимаете? Яд, 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 яд. Прекрасно. Яд. Давайте дальше. Прекрасно. Вот. Почему одна картинка и сразу несколько букв? Вы меня сами торопили с заказом. Ну, здесь как бы все логично, понимаете? О, осанка, П, позвоночник, С, сколиоз, К, кость, Х, хрящ, Г, горб. Ну, Г уже было! Но картинки-то не было! Я боюсь предположить, что у вас на Х. Может быть, хобот? Может, хаотичность вы изобразили? Вот. Это что, Хонда? Почему это Хонда? Весь зал видит, что это Hyundai. Hyundai. Хонда у меня на N. Интересно посмотреть, что у вас на P. Как что? Пылесос. Так и рисуйте пылесос. Зачем здесь елки? Что, вы не понимаете, что ли? Блядь, это лес, понимаете? Это маленькие, которые летают, это осы. Целый лес ос, лес ос, П, лес ос. Опять ребус. Шарада. Хорошо, продолжим. Ну здесь вы явно схалтурили. Щука на ща. Не может быть! У мастера могут быть ошибки. Что? Щука правда на ща? Да. Черт! Мне стыдно. Давайте дальше. Кто у вас на че? Чаушеску. Чаушеску? Чаушеску. Да при чем здесь Чаушеску? Понимаете, мне кажется, что дети начали забывать румынского диктатора. Александр Иванович, я вам настоятельно рекомендую написать по-собственному. Подождите, подождите, дайте мне еще один шанс, у меня еще есть прописи. Что это? Как что это? Прописи, понимаете? Отсюда будут списывать дети. Отсюда! Отсюда будут списывать дети, которые хотят стать врачами.
Не хочу вас расстраивать. Вы уволены. Подождите, Антон Владимирович, у меня еще все. Есть. У меня еще есть химия. КВН – это прежде всего студенческая игра. А самым КВНовским экзаменом является экзамен по литературе. Ну что ж, смотрим. Мой билет – «Золотой век». Отвечайте. «Золотой век» – это прежде всего Пушкин, его друг Кюхельбекер, и еще у него был друг Онегин. Онегин – друг Пушкина? А, нет. Или да? Нет. Хорошо, какой ваш первый вопрос? Мой первый вопрос – жизнь Пушкина. Ну, расскажите, чем занимался Пушкин? Ну, Пушкин тусовался. Так, что ли? А, нет, он на балы ходил. Господа, прибыла возлюбленная Пушкина Наталья Гончарова. Просим! Все уговорили. Держите. Ох уж эти нищие. Ой, Наталья, вы так легко расстаетесь с деньгами, как будто у вас не только папенька, но и папик есть. Кюхельбекер, какая фамилия у вас смешная, хоть ты скороговорки придумывай. Кюхельбекер на Студебекере уехал в Гельзенкирхен. Наталья, душа моя, ведь вы не дурно поете, исполните нам что-нибудь. Это я могу. На Бородинской битве раз случайно встретила я вас. Вдвоем и не за наших. Вот так песня. Кюхельбекер с Цубербюллером украли резиншнауцера в Кайзерслаутерне. Вам же нравится. Господа, медляк. Наталья, разрешите? Конечно. Наталья, вы что, курите? Ну, как вам сказать? И да, и пью. Наталья, я вас обожаю. Пушкин, давайте убежим. Только мы вдвоем. Я и вы. А давайте я, вы и лошадь. Так реально быстрее. Пушкин, а прочитайте для меня что-нибудь из своего новенького. Хорошо, господа, послушайте. В твоих глазах черти танцуют самбу, и уже я один, без ансамбля, сползаю к ногам твоим. Бум, шака-така-така, бум, сеньорита, бум, шака-така-така. Вы что, с ума сошли? Я вас выгоню! Ну, я перепутал просто. Так, отвечайте на вопрос. С кем конфликтовал Пушкин? Пушкин конфликтовал с Фетом. Ух ты, вот это поворот. Атас, фанаты Фета идут! Фетушка! 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 Чуче! Нет! Лермонтов! Нет! А кто? Афанасий! Афанасий! Фет! Пушкина читали? Нет! Ни за что! А кого мы читали? Фета читал! В любую погоду и в зной, и в метели я Фета читал. Вместо секса с женою, лёжа в постели, я Фета читал. Я дом подпалил, чтобы стало светлее, и Фета читал. Фета читал, Фета читал. Сборник за сборником в руки ко мне попадал. Я от счастья рыдал. Ну а когда всё прочёл, снова что здесь делаешь, а? Это жених Натальи! Это жених Натальи! Это жених Натальи! Это жених Натальи! Расчет окончен! Пушкин, как вам не стыдно? Это дуэль! Восклицательный знак! В смысле? В смысле не вопрос! То есть вы хотите сказать, что Пушкин из-за Гончаровой стрелялся с Фетом? Да! Петров, запомните, Пушкин стрелялся с Дантесом! А, так я знаю! Вы до конца дослушайте! Господа, я долгое время вас обманывал. На самом деле я Дантес! Ну ладно. Дантес, послушайте, нам нужно что-то решать с Натальей. Так не доставайся же ты никому! Так, стоп, это вообще не оттуда! А, вспомнил.
Молилась ли ты на ночь, Гончарова? Так, или вы сейчас отвечаете, чем закончилась дуэль Пушкина, или я вам ставлю пересдачу. Петров! Петров! Я его! Из-за меня! А я... Все, я все вспомнил. Дантес смертельно ранил Пушкина из-за Натальи Гончаровой. Аллилуйя! Ладно, Петров, вижу, что-то читали. Зачет! Ну что ж, и в конце хотелось бы сказать спасибо КВНу. Благодаря ему мы прочли все то, что не дочитали в школе. Самая обычная история, но даже в ней может произойти что-то невероятное. Итак, обычная пятигорская семья. Закрой рот. Я тебе сказала, закрой рот. Читай еще раз условия задачи. 33 землекопа. Чего? 33 землекопа. Три землекопа! Что они делают? Копают. Копают! Так, давай с русского начнем. Господи, отец тракторист, мать прачка. В кого ты дебил такой, непонятно. Мама, в школу сказали 400 рублей принести. А где мама их возьмет, не сказали? Мама на панель пойдет? У твоей сестры хлеб отнимать? Ма! Не мамка, учи уроки! Сопля, выходи! Так, стоп! А кто это кричит? Князь. А чё это ты сопля, он князь? Кто это вам такие клички раздает? Князь. А я сейчас своему князю пойду уши там поотрываю. Шубись, мать сопли идет! Я тебе сейчас дам, мать сопли! Ма, ну можно я мультики посмотрю? А мультики? Здрасте, соседи, чё орёте опять? Чтоб вам было что под дверью слушать. Чё припёрлась? Соль займите. Вы каждый день к нам за солью ходите, вы чё, лоси? Чё, уроки делаете? А мой в приставку играет. Так, знаете, что я вам скажу? Балуйте вы своего князя! Взяла соль? Взяла! Чеши отсюда, княгиня! Барсик! Барсик! Паразит, а котлеты не жрет. Ладно, Валера придет, разогрею. Всем привет! Привет, пап! О, сопля старший пришел. Садись, ешь. Соседка приходила. Что, соседка? О, что соседка? Пожалуйста, с порога зашел. Не как жена, как дети. Что соседка? Как соседка? Что ты делаешь, а? И что ты начинаешь? Я еще и начинаю. Ну что ты? Да пошел ты. А я сегодня жену Степанова видел. Она так поправилась. Ну, на улице видел. Чё, прям сильно поправилась? Ты вот такая. А тебе лишь бы походить, позаглядывать на баб. Как будто своего дома. Ой, Валера, заткни. Бу-бу-бу-бу-бу. Пришел, рот не закрой. Дай мне телевизор посмотреть. Звоните. 39-77-15. Муж на час. О, Валера,
целый час. Учись. Люба, да это они про электриков. Да хоть бы и про электриков. Он, звонок некому сделать. Уже двоих током убило. Это хорошо, что приставы. А если бы люди? Чё ты сидишь? Иди коврик резиновый постели, сейчас моя мама приедет. Так может не надо тогда стелить? Я тебе сейчас пошучу. Любка опять обувь поразбросала. Это не дочь, а наказание какое-то. Мам, что ты на меня все время кричишь, как будто эти не родная? Так сиди, не мамкой. А где мой внучок? Бабушка! Иди, поцелуй бабушку. Ну, бабушка. Иди, поцелуй бабушку. Бабушка, а можно я мультики посмотрю? Какой? Рапунцель. Это что, про евреев, что ли? Наши надо мультики смотреть, они доброте учат. Вот хотя бы этот, помнишь, дочь? Да. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Мама, пусть подожди. Мама меня непременно найдет. Мам. Ведь да, так не должно быть на свете, чтоб были потеряны дети. Мам. Да ты дашь мне с бабушкой поговорить, дебила, кусок. Мам, что ты на меня кричишь, как будто я тебе не родная? Бу-б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 у-
Друзья, а самое удивительное в этой истории то, что сейчас на сцене находятся самые близкие друг к другу люди. Команда КВН, город Пятигорск. Самое большое счастье – это дать своим детям хорошее образование. На село учителя идут работать с неохотой, и поэтому преподаванием в деревне могут заниматься даже такие люди. Итак, урок русского языка в деревне. Здрав будь, класс! Здрав будь, Игнат! Повторим прошлую тему. Гласные буквы. Микеша. Буква У. Уныло. За амбаром как? Уныло. Молодцы. Федулка. И. Не заговорил пока. Надо б на Федулке язык подтянуть, а то все полы слюнями изгомызгал. Тихон, согласные буквы. Щ, дождь. За окном дождь. Там дождь, не плащ, надень плащ. Чтоб вам было проще, это амонимы. Во. Кто дежурный? С утра я был. Намочи тряпку и одежду, и себя, и помойся. Смердит, невозможно работать совершенно. Продолжим. Значит, пойдешь, Василина, на сеновал? Нет. Пойдешь, Василина, под сеновал? Нет. Пойдешь, Василина, перед сеновал? Ни под каким предлогом, Игнат, я с тобой на сеновал не пойду. Ладно, то еще какие предлоги знат? Предлог У. У куда? У город! Молодцы! Сегодня без двоек. Покуда вместе собрались, скажите, отроки, кто взял из школьной библиотеки псалтырь и не положил обратно? Пока не скажете, ироды, где псалтырь, непонятно, где у нас библиотека, вы понимаете, нет? Ладно, я вам оценки за четверть выставил. Микеша молодец, на красный петушок идет. А я тоже хочу на красный петушок. Это тебе у город надо, у город. Либо дополнительный вопрос. Да. Какие глаголы знаешь? Потоп. Кузнец в реке. Что? Потоп! Молодец, потоп. Разберем предложение. Кто? Кузнец. Что? Потоп. Кого? Кузнеца. Чего? Помянем. Как и все наше деревенское образование. Вот в России объявлен годом педагога и наставника. Екатеринбург в этом году отмечает 300-летний юбилей. 300 лет назад педагоги и наставники в этих краях выглядели совершенно по-другому. В школе.
Сидите, сидите, петух для учителя. Так, здрав будь класс. Здрав будь Игнат. А вы что за класс, то пятый ас или пятый буки? Так мы ж пятый ять. От ять, опять классом ушибся. Так, ладно, гром гремит. Крестись. Рыба вонят. Не ешь. Живот бурлит. Беги. Ну все, разговоры о важном прошли. Теперь давайте покажите мне волков. Теперь покажите медведев. Эти западные ублюдки, так называемые партнеры. Ты где таких медведев видел? В телеге. Ладно, да, перекличка. Борислав. Тут. Святослав. Здесь. Вот и Злав. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Молодцы, все пришли. Так, а где Михей? А его не будет. У Михея баба новая. Видали, какая? Да, хороша баба Михеева. Ладно, пишите тему урока. Мужики и другие существа. Тема урока — сексизм. А может, другую тему, Игнат? Какую тебе другую тему еще? Буквы для начала хотим изучать. Ну, давайте, кто какие буквы знает? Федулка, какую букву знаешь? Так с прошлой встречи и не заговорил, да? Федулка, будешь лапти плести, значит, всем сообщай, что данный материал создан и распространен окаянным Федулкой. За что ты вот так, Игнат? Ходили с ним на рыбалку, он лодку раскачивал. Ирод. Игнат, вот ты ученый, ты мне поведай, как называться, когда брат моего мужа причастился и боль не пьет? Записываем. Когда брат мужа причастился и боли не пьет, это деверь причастный оборот. Так. Игнат, а ты чего к нам с корзиной пришел? Я ходил в лес и набрал масляков. Ну. Говорит, приезжайте на КВН. Опять! Опять я что сделал? Опять!